Самолеты Красноярского края за 80 лет сегодня в Красноярском межрегиональном управлении воздушного транспорта открылась выставка макетов воздушных судов, которые летали в крае с 1925 года. Некоторые модели созданы впервые. Всего представлено более 60 самолетов. А чтобы добавить реалистичности, на них есть бортовые номера. Также посетители могут увидеть и личные вещи известных летчиков, например, легендарного Яна Липпа. Он первооткрыватель воздушных трасс из Красноярска в Туру, Байкит и Надиксом. На выставке представлены личные вещи известного пилота и героя Советского Союза Василия Молокова. И сегодня состоялась презентация книги «Наши славные крылья», посвященной 80-летию авиации Красноярского края. В этом издании впервые в полном объеме собраны все сведения о самолетах, предприятиях и людях, которые оставили след в истории краевой авиации. До этого выпускались только специализированные книги. Либо затрагивались только вопросы войны, либо только первые вот эти агитационные перелеты, либо история аэроклуба. Полной книги не было, то есть вот, которая именно хронологически, четко на основе архивных документов, ну, практически дает информацию о том, что было, когда было, кто был у истоков, ну и так далее.